Бэнд Фэнтези Адвенчер, потусторонние фэнтези приключения. Обладая уже черным замком рыцаря, черного рыцаря и Ancient Farrow Castle, то есть древним секретным замком варваров, где можно древние знания получать, и там черная алхимия, типа скорпов каких-то там создавателей, уровня каких-то черных теней, когда типа Лярвику это может дать позволить аватару Лярвика появиться. Ну и Хром может сам стать Лярвиком. Или розовым Лярвиком. Ну черный Лярвик потом с розовой магией. Ну это путь к розовым вампирам стать. Или вампиршей. Это высокий уровень. А есть, что потом делать? Это, допустим, черная башня хаоса, пристыкована к черному замку рыцаря. Они же получили ареал, а дальше что? А дальше, например, с пещерой Титаник. Ну, они как... Изнаны они расы, которые там в пещерах можно жить. Но их едва ли, вот этот оруженосец, например, из земли какой-то. Расы там, рыцари, они с армией, ну, типа, они не армия там. Оруженосец, например, там, десяток там бойцов, то они едва могут одолеть ее, то есть она всех разобьет, но не с черного лука там стреляет. Но если остров Титана есть, то можно и Golden Bowl. Bowl добыть, золотой лук. Но есть еще изумрудовый лук, если с мутацией, так это вообще-то само заряжается. Но это золотой магией, это совместимо. То стрелы Абоу Рейнджера. Ну, типа бесконечная стрельба. Но от энергии зависит, но не совсем бесконечная, а просто как магическая стрельба. Извиняюсь, не надо кого-то постоянно стрелы, это создается из магии золота. Ну, из золотой магии. Какой-то затраты. А, допустим, 5-7 медуз таких, это уже целая огромная армия, армада, они размером с, да? Ну, они такие полунаги. То есть змеи и люди, только вверху они титаниты, как люди. Они типа она как змея. То такую армию, например, если персонаж, если у нас ассасин, ну как-то в общем с дипломатичными получилось договориться. Ну как ареал World существует, а как оруженосец, например, персонаж. Ну тоже влияет даже за взятие под контроль черного замка Вайлоков, Ancient, то есть древнего, скрытого. Он получает титул черного рыцаря тоже, персонаж. Но с большой вероятностью, что удается. А тут Knight Lord, рыцарь Lord, или нет. А теперь можно взять Медуз, которые в этом ареале, допустим, они находятся, и с ними с армией. Ну, это какие-то понюшки там, понятно, что-то посулить. Пойти на третий подземелье, со вторых в третий спуститься. Ну, медузы могут, медузы. Вот эти черви огня, Firestorm, огненные черви перевозить вверх. Ну, так же и вниз спустить их, если что. Но те могут сами полывать. Просто на червях легче, если больше размеров, типа, двинутые. Но на болото их особо не пускать, если у них нету шкуры змеи, допустим, превращения, то они где-то так могут лагерем станут, а оттуда уже армия медуз с рептилоидом, как оруженосом персонажа, например, отправится и завоевывает. Но медузы, даже ну, эти болота, там могут и скелеты быть, и кто угодно, причем разных там. Стаси, скелеты у него станут бегать, но медузы по болотам они все-таки медленнее будут хлюпаться. Хоть бы проходимость выше, а у медузки по полу левитации, они по болотам по поверхности передвигаться. Ну и по водоемам всяким. Типа не все равно и уровень божества. Божество. Даже не божок, а божество, но хотя у них тень как божества. И какие-то ниды.
смертельный взгляд в окаменении, может быть. Ну, не всегда, но он там застывает на время, если долго вы здесь, это ну, все окаменение невозвратно, это там горгулью превратить могут. И даже скелетов типа остановить, или какого-то там, каких-то монстров. И они останавливаются издалека, ну, сил не так, как Катя, чтобы упался, либо а там могут, когда их много армии, они могущество возрастают, тут все силы они. Окаменение и вперед. Ну как, практически паралайз. Парализован там и вперед телом надвигают на этой левитации и перемастирают армии там какие-то. Ну если они ниже класса, вот с такими можно связаться. И так вот, но после такого, если какая-то армия подавить, то может выйти древнее чудище земли на болото. И там возникает, что можно победить со Зогана, получить магию земли, насколько хватит, насколько персонажей хватит. Ну, юнитов. То тем же Медузам и Гаргонам. Персонажу самому. Ну, персонаж может сам, не поехать от героя, допустим, который будет как навигатор там. Ну, Pathfinder. Все делает. Ну, отдельная история. Легенда. Pathfinder за свое борется, но Спектр магию земли может задолго, но так же, как и герои изучить, если остатки останутся. Но так как чилище зачем просто так повязаться, но можно подставить на какую-то армию, заманить болотом. Да даже армию чилище как-то разбить. Они разобьют потом в итоге чудище, но армия отступит. Да получить, пособирать трофеи там. Всякие шкуры или там создать себе вот это магического червя, по сути. Ну, из чего? Потому что он более управляемый, точно только он на магии будет жить. То постоянно магию будет употреблять. Но если круто раскачать, тут пройдет какой-то период, что ну, потом он будет переносить магию, и с этой магией, когда переносимый, он будет содержание на себя. И плюс что-то еще давать. Но до этого момента надо дойти. Но сам факт, что вот этот кого-то разбил какие-то, или постоянно кто-то охотился, допустим, на персонажа, или там мистер Уэйнс состоялся, или какие-то неудобные армии, чтобы тут типа таких полуаборигенов, типа тоже рептилий, чтобы взять под них под контроль. Ну, чтобы они помогали, например, червей или там еще кого-то, огненных. Ну, может, и таких, но огненные, это понятно, это еще. Ну, там если где-то вулкан где-то выходит на земли, где прилегают. Пустоши, вот болото, пустоши, мама и земли какие-то участки. И там им будут помогать налавливать. И плюс луркеров, там они помогут запрести рептилоидов. Ну они как сами полуперсонажные НПС. И там... А племя как мобы. Просто. И тоже что-то иметь там Василиска выращивать, что получается. Или слизни. Огромные слизни с толстыми шкурами ядовитыми. Которые плюются, но они как огромный дом, который передвигается улитка по битве. Ну а все это медузы, как лидеры, могут все потом возглавить. Им нужно получить много армий на много направлений, или сразу для большой битвы много армий. Но это все честно, надо будет затащить во вторые подземелья. Поэтому тут сложнее, оно изыскивается пути, как это все организовать. И по чудище, то можно потом со Злогана получить. Ну, магию земли, ну, Слуган будет, ну, огромная, типа, как транс. Деревья огромные ходячие, вот такое чудище, только оно в заболоте, вот этой, вечное болото. И потом получить с него призыв такого же чудища, или создание чудища, где-то включивая себя там. Чтобы чудище туда, ну, может, не заберется, но призыв, или где-то создание чудища, а потом призыв вполне может быть. Если свои понты где-то создать болотные. То есть с болотами вот эти племя какое-нибудь сакра или рептилоидов оно даст связь с болотами. И тогда понты можно во вторых подземельях, полагаясь на третьи, создавать. А магия земли это для рукопашной, так сказать, ну для битвы. Для наземной. Это даст дополнительно там кожи всякие сразу для производства.